Здравствуйте. Это шоу «Я и она», третий сезон. И сегодня мы находимся... В городе? В городе Жуков. Так сказать, вроде на даче. Ну, так сказать, в гостях у бабушки. И мы хотели бы провести экскурсию по бабушкиному двору. Это не наше дерево. Это сосна наших соседей. Вон, там еще Маша живет. Мы стреляем в сосну наших соседей. Подумаешь, никто не обидится. Вон она уже все истреленная. Да, вот. Действительно. Сосна. Итак, пойдемте в бабушкин дом, вот где вот эта вот деревянная куча. Так что смотрите, так, чтобы половины не было видно. Вот, бабушкина куча, это дедушка наколол дрова. Это наша ирга, хоть она на территории соседей, вот, еще не поспела, посмотрите, розовенькие. Они должны быть синими. Это наш боярышник. Он тоже еще зеленый, созреет только к октябрю. Вот, посмотрите, он очень вкусный, внутри, правда, много косточек. Это тоже наша ирга. Вот, кстати, здесь уже вот некоторые ягодки поспели. Ням. Да. Вот. Дедушка умеет аккуратно их складывать. Дальше идемте к курям. Куры. Я не знаю, кто из них кто, но одну зовут Лиля, другую Соня, а третью Маша. А это петух Петя. Ну, естественно, что он Петя. Его еще думали назвать Ваня или Петя, так вот он Петя. Аккуратно тут крапива. А вот ничего страшного. Зритель, аккуратно здесь крапива. Дальше проходим. Испорченная лавочка и елка. Ее копили на Новый год, а потом решили, что лучше не обрезать. Ты так, чтобы меня было видно, вот так. И чтобы еще остальные тоже. Вот. Я решила не обрезать, потому что жалко. Вдруг она лучше вырастет и будет большой. Это облепиха. Ну, она вообще испорченная. Вот. А дальше мы... Самое интересное. Да, это вот такое местечко. Вот... Это так, просто-напросто, как звонок. Мы сорвали пионы и поставили в баночку. Это так, просто эти кнопки, дротики. Это тоже боярышник. Метательное оружие цветное. Молодой боярышник. Вот, у него вот эта ветка была такая огромная, что ее пришлось здесь подвязать. Вот, а это наш самодельный стол. Покажи ножки. Они просто, нижние вот эти бревна, они были очень низкие, и нам пришлось еще одни приколоть. Ну, он примерно такой ровный получился. Вот. Это жасмин бабушкин. Вот. Это сирень и калина. Вот это калина, а это две сирени. Вот, она еще не созрела. Не делай так. Вот. Здесь ирисы выкинули старые. А это 33. Улица Новая. 221. Это... Наши, это дедушка и папа. Папа и дедушка. Дедушка и папа. И лапа. Да, а лапа это собака. Дедушка, лапа и папа. Вот, это очень красивые желтые ирисы. Это пруд. Маленький только прудик. Ну, ты так, чтобы я не заслонялась. Ну, вон там гвоздики. Вот, пруд, а вот эти шарики, они на солнечных батареях. Вот, это мои любимые ирисы. Очень красивого цвета такого прям. Их можно рисовать. Это можжевельник. Акварелью. А вон тот туя. А вот это нормальная беседка. Не нашими руками построенная. Здесь очень удобно сидеть. И читать. Читать вот здесь вот лучше. Здесь очень часто ополдникают. Или там обедают летом. Ну, как раз сейчас отличное для этого время. Пойдемте в такой круг. Закончим дом. Это вот качели. Это гараж. Там папина, или нет, там дедушкина машина стоит сейчас. А вот это курятник. Можем показать кур. Заглядывай. Как у них тут все. Ладно, пошлите. Сейчас я. Так, вот тут такой вот зелененький покров. Да, кстати, красиво. Вот там это место, чтобы их кормить. Да. Сюда... Прости. Так. Это вишня. Точнее, черешня. Но она красная будет, не желтая. Вот. Это яблоня. Она самая старая из всех яблонь.
Примерно такого же возраста, как и там, что у беседки. А здесь первоцветы растут, но они уже цвели, как лето. Не опускай камеру на меня. Вот, это бочка запасной воды. А здесь она вся грязная, но это так, на экстренный случай. Вот. Сделай еще раз так. Василек садовый, как? Вот, это лилии. Дальше там душица садовая. Это даже васильки красные, васильки синие, розы. Розы, бабушкина любимая часть. Вот подожди, розы поближе. Вот. Это дедушкин виноград. Покажи. Вот дедушкин виноград. Так, и розы поближе. Какую из тропинок выбрать? Какую? Какую из тропинок выбрать? Ладно, покажи сюда. Вот. Здесь бабушкины лилии и дедушкин виноград. Вот. Это, я не знаю, как называется, ромашки. Здесь это тоже лилии. Ну, это не столь важно. Вот. Это важно? Бабушки. Это важно. Вот это чисто бабушки. Яблоньки. Это здесь вообще ничего дедушкиной руки нет. Потому что ей надо было хоть что-то собственное сделать. Вот. Дальше огород. Там пока тут бесполезно. Иди там. Пойдем. Вот. Это бочки не запасные, а обычные, потому что они, ну, такие крутые. Вот, это свекла. А это чисто дедушкины. По правой стороне перцы, на дальней стенке огурцы, а это помидоры. Там еще одни теплицы. Посмотрите это... на правую сторону, мы проезжаем перцы. Это не перцы, это эти, картохи. Это понятно. Это картохи. А вон там клубника, самая главная достопримечательность. Ну, мы ее все уже обобрали. Это крыжовник, вот он еще, правда, не созрел. Покажи вот эти штуки поближе. Красивая. А мы собрали целых два лукошка этих. Клубник. Это летний туалет. Зачем ты наклоняешь? Фу, Алина, они зеленые. Ты что, сова невкусная? Вот, это свалка. Сарай называют так. Точнее, этот какой-то навес. Это навес. Ну, лес. Вот навес черненький такой. Так. Покажи мне мое лицо. Не опускай камеру. Уже сейчас 2:30. Покажи совушек. 2:30. Мои карманные часы. Вот. А зачем ты сняла с цепочки? Ну, неудобно их носить на шее. Вот этот как раз сарай. Здесь вот эти вот бревна. Ой, мне кто-то сюда залетел. Она сегодня взяла жука, запихнула его себе в карман. Да... И за обедом он сегодня выбрался. Вылетел. Хотите, покажу? Отойди, пожалуйста, я покажу, как я умею это рубить дрова. Хрясь. Все. Это бабушкины банки, дедушкины эти самые веники в баню. И красивые зонтики. Да, старые зонтики. Вот. А вот прорастает картоха. Для того, чтобы ее посадить на следующий год. Видите, такие зелененькие эти глазы. Побеги. Глазки, да, побежки. Побежки. Пробежки. Алина, выше камеру. А, Алена. Упс. Это тот же самый... Мы запалили цуинина. Да ничего страшного. Уже все знают. Вот. Самая моя любимая часть – это мята. Очень вкусно. Дай им, это баня. Дай им понюхать. А дай мне понюхать и съесть. Не коси камеру. Это баня. Пойдем. Такая пойдем. Нет, пошли. О, тут жарко. О, хорошо. Растепили вот, баню. Это холодная вода. Кран холодной воды. Это веники неиспользованные. Это мамин крем. Это дедушкин шлем. Веник. И еще одна шапка какая-то. Вот. Этот самый, этот молоток, чтобы, да... Суд! Стой, суд идет! Давай! Это не молоток, это вообще ков! Сделай, стой, суд идет! Объявляю там приговор посадить того-то за решетку на 10 дней. Почему на 10? Это кофе. Бабушка разводит из него маску, когда в бане. Ой, все, мне жарко, пойдем. Нет, сначала зайдем сюда. Вот здесь вот все моются. Видите, деревянные полы туда просачивается вода в землю.
Вот здесь теплая вода, вот там горячая. Вот, вот этот краник. Вот это горячая вода. А это вообще... черное пятно в полинке. Черная дыра. Черная дыра. Свежесть. Не опускай камеру. Не опускаю. Опускаешь? Понюхайся, мой погас. Элена, подожди. Это бабушкины цветы. Лучше живут на улице, поэтому летом их выносят. Это можжевельник. Здоровский. Это лукошки. Красные не потому, что кровь, потому что мы собирали туда клубнику. Вот, а это мое любимое растение дичи и виноград. Зачем ты теряешь всю интригу? Нам скажешь, там кровь. Это тоже ерга. А, хочу достать ягодки. Ну ладно. Все. Это было шоу Яна. До свидания. Кушать. Пошли клубничку кушать. Все выключено? Да. Упс.